Правительство страны решило продлить программу для Восточной ипотеки. Пользовались ли вы льготными предложениями при покупке жилья? Нет. К сожалению, не попал по возрасту ограничения. Так, большим желанием. Конечно, программа хорошая, она позволяет молодежи приобрести свое жилье. Но все-таки вот этот вот пласт в 35 лет, по-моему, да? Он ограничивает возможности других людей. Не пользовалась. Ни разу. Никогда. Нет, не пользовались. На жилье у меня была не ипотека, как бы денежку заработали, да, сами, одну часть какую-то, подали на 2 миллиона, которые выплаты, да, и в общем в сумме получилось, как бы сумма, для которой, да, в дальнейшем мы уже приобрели жилье, новостройку. Нет, не пользовались. И пока не планируем. Ну, пользовались? Не было. Не было. Нет. Не пользовались. Я как-то пыталась вот эту дальневосточную, 33 мне было. Мне как-то, я пробовала, что-то там документы, не документы, мне говорят, вот надо вам, чтобы у вас был миллион на карте. Я говорю, а где мне его взять, миллион? То есть и все, и руки опустились, и я это все забросила. Да, потом просто девочки знакомые, риэлторы, вот я через них везла. Нет, не пользовалась, пользоваться не собираюсь. Как вы думаете, нужны ли в таких программах возрастные ограничения? Ну, вот как я и сказал, все-таки надо позволить и другим жителям, и желающим, кто сюда приезжает, приобрести ипотеку по позволительной программе. Ну, наверное, так. Для какого возраста? Пусть они сами думают, там же они рассматривают, насколько человек платежеспособный и его вообще социальная оболочка. Действительно, 35 лет это, ну, эту планку нужно поднимать. 40-45, потому что желающие приобрести жилье у нас из года в год становится все больше и больше людей. Соответственно, и планку такую нужно поднимать обязательно. Я даже не знаю. Наверное, нужны. Потому что, ну, пожилой человек не всегда же, наверное, может выплатить ипотеку. Я так думаю, что можно продлить все-таки. Ну, хотя бы лет до 50. Потому что после 50 люди еще, ну, лет 15 точно работают. Ограничения должны быть, но как бы они должны быть расширеннее. Ну, более, ну, хотя бы как минимум там до 50, да, там. Ну, человек как бы работоспособный все равно в этом возрасте. Он имеет, ну, возможность выплачивать. Сейчас же, по-моему, до 35 лет. Думаю, этого достаточно. Ну, наверное, до 40. Потому что кто-то не успевает, ну, и тяжело. И как бы кто-то узнает даже поздно об этом, поэтому до 40, мне кажется, нормально. Думаю, не нужны. От возраста не зависит потребность человека в жилье, правильно?